Сейчас покажем второй вариант броска через спину, другого захвата. Пока помогает мне Алексей. Спасибо ему большое. Рано еще, потом спасибо скажет. Да, первый вариант мы проходили с рукой. Второй вариант с отворотом. Значит, отворот бывает у нас какой? Сверху, отворот бывает снизу. То есть давайте рассмотрим вот этот вариант. Значит, как мы сюда тоже приходим? Проиграли захват, вот у нас блок. Если есть возможность, мы этот отворот забрали. Все. Значит, теперь наша работа опять сложить эту руку. Как мы сюда приходим? Значит, мы опять помогаем вот эту руку подскладывать. Вот сюда. Мы приходим. И отсюда все то же самое, что мы показывали раньше. Можно и назад, и вперед, и в бок. Значит, я отсюда разгонял и бросал четко. Давайте еще раз. Значит, как мы пришли? Захват сверху, да. Захват сверху, подсогнули чуть-чуть. Можно поднимать, вот сюда вот выйти. Вот, опять вышли сюда. И опять сюда. Не забывайте все время о том, что борьба на этом не заканчивается. Если дали команду икон, это хорошо. Но у нас все есть для того, чтобы в партере закончить склад. Вот. То есть преследование обязательно. Назад бросочек. Отсюда. Отсюда же, да? Да, с этого же захвата. С этого же захвата. Все то же самое. Бывают такие варианты, когда рука подламывается здорово, и человек просаживается на пятки. То есть тащить вперед его и ставить себе с лестницы. Двойную работу делать. Вот. Забрал, вот он просел. Я не стараюсь его разогнуть, согнуть или еще что-то. Я просто помогаю ему дальше сидеть. Раньше был еще вариант такой, как бы тоже спина, полуспина с ногой, ой, с рукой. Сейчас пока это нельзя, если в Одессе что-то... Ну, можно сделать, чтобы осталась техника. Да, я вам покажу, то есть я его проломил. То есть единственное, что плохо, здесь нельзя захват распускать. Ты его должен вот контролировать, и вот рука идет. Но! То есть подставлять себя немножко рукой. Но здесь работа плеча. Вот это должна быть. Потому что захват практически распускается, нужно плечо свое. Есть рука снизу. Сейчас. Значит, второй вариант, когда вам не дают руку взять. Да, вот ее выбивают вот этим вот снизу. Взять. Значит, здесь тоже. Задача вся та же самая, пройти вот эту руку. Эта рука у вас должна быть отработана. Если она прямая, это блок, вам сюда не пройдет. Значит, опять, вариант ее прохода. Вот, значит, можно подернуть сюда. Можно не дергать, дать ему специально сюда сесть. Потому что они чувствуют себя очень уверенно в этой ситуации. Ему кажется, что все. Сейчас он этой рукой дотянется, и все будет хорошо. Значит, мы эту ручку придержали. Не распрямляем. И опять немножко сюда. Опять немножко за собой. И бросочек. Еще разочек. Борьба за захват. То есть вот моя рука пришла снизу, я прихватил, его сверху. То есть опять вариант. Да, продернуть, что знаете, хорошо. Не дает продернуть, загружает. То есть не надо его туда прибить. Возьмите так, как оно есть. Главное, что вот плечо должно быть ваше и его плече. Вот. Независимо от того, как он реагирует. То же самое можно сделать в бок. Вот сюда. Все? Еще разочек, короче.